В Актау мастерицы решили устроить новогоднюю выставку-ярмарку. Более 50 рукодельниц, как начинающих, так и уже и известных дизайнеров, продемонстрировали свои уникальные работы. Изделия из полимерной глины, бисера, бумаги, кожи, войлока, фетра, натуральных камней и многого другого никого не оставили равнодушным. Рядом с чердачными куклами соседствовали поделки из шоколада, новогодние пряничные домики, а вот цветы и торты из конфет завораживали взгляд. Королева мероприятия стала обезьяна, символ этого года. Ее образ был повсюду, даже на сумках из войлока и вязаных тапочках, медальонах из серебра и мягких детских подушках. Кроме того, пришедшие на мероприятие смогли принять участие в познавательных мастер-классах от рукодельниц и праздничной лотереи.